шагаем мы по этому бережку. Вон там находится кемпинг, автокемпинг. А здесь очень интересная находочка. Вот это вот здание прям на самом берегу. Сделано оно все грамотно. Здесь стена бетонная с этой стороны. А с этой стороны сделана стеклопластиковая стена. Она соединяется здесь. И вот такими комплексными кусками собрана. Так, давайте пройдемка. Я хочу здесь собраться. Так, сейчас потихонечку. Идем. О, вид открывается какой. Ёк-макарёк. Прикольно. Дверки подгнили маленечко, но пластиковые окна в порядке. Ой, бетонные вот здесь, да, вот эти? Стенки вообще мощные. Давай, мамочки, не шлепнем с собой. Но какой вид здоровский. Волнорезики сделаны, набросаны. А? С окошечка, да, посмотреть-то на эту красоту. Здорово. Ага, фонтанчик. Все дела, вот она заброшечка. Здорово. Можно заглянуть туда. Надеюсь, меня не наругают. Вот что там такое. Ага, кроватки вон, тумбочки. То есть прям окна выходят у вас на вот такую красоту. Ну, природа уже, конечно, сломала то, что сделал человек. Но задумочка здоровская. Вон на лавочке сидишь, смотришь. Сейчас проберемся туда. Оп. Садишься на эту лавочку. О, под крышей. Эть! Уселся. Здорово. Вышел из этого домика волшебного. И на такую красоту любуешься. Тишина, спокойствие. И только бриз морской. Почему нет? Почему нет? Потому что да. Ага, так. Здесь какая-то установка стоит. Холодильная. Интересно, что там производится. Не знаю, может, кондиционеры какие-нибудь общие. Вон там мангальная зона какая-то. А здесь вообще какой-то гараж. Ну, все покрашено. Очень интересно. Надо аккуратненько выглянуть. Только никто бы меня не заругал, кто здесь вообще хозяин. И кто здесь обитает, пока никого. Ну вот. Здесь зона барбекю. Все есть. Ну, мне кажется, охранник сейчас какой-нибудь выйдет. Гелячик дает. А, вот, смотрим. Золотые пески. Когда-то это было. Так, пропуск на территорию. Действительно, до 31.12.16 года. В 16 году выдавался пропуск. И это Газель. Газель стоит с 16 года. 19, почему-то, ой, 99 регион. Угу. Золотые пески. Голубицкая. О, видите, все еще. О, мне кажется, надо потихонечку уходить отсюда. Пока мне дюлей не дали. Ой, там что-то трещит. Мамочка дорогая. Я не знаю. Подстанция, наверное. Электроподстанция какая-то старая была. Все, пойдем, короче, в баню. Ну и в баню. Надо уходить огородами. Здесь тоже окна заклеены. Все, вышел, скажу, что заблудился, если что. А вон там вдали журавли летят. Вот это швеллер такой огромный. И здесь он зацеплен был, чтобы держать ту стену. Но, видимо, не удержал. И все равно там покренило. Подмывает, подмывает потихонечку. Вот та лавочка, на которой мы сидели. Все, надо уходить. Потихой. Не-не-не. Тень мы видно. Опять же,
все по технике безопасности, я смотрю. Опять же, вот пожарные щиты, какие-то стульчики. Все очень чудерево. Интересно, что здесь? О, свет выключается вон там. Все, отойдем. Ну, посмотрите, как сгнило. Вот он. Капец. До пластика. То есть была металлическая дверь, а стала труха. Вот эти разрушенные плиты выйдем. Так. О, все, слава богу.